краткий видеообзор. Часы Casio WWS210H1A. Часы спортивные. В часах полимерный ремешок. Эти часы подзаряжаются от солнечной энергии. Также здесь есть график приливов и отливов. Возраст Луны отображается. Второй часовой пояс. LED-подсветка. Отображается дата, день недели. График отливов. Время восхода Луны. Второе время. 4 будильника с автоповтором. Ежечасовый сигнал в них есть. Секундомер, таймер обратного отчета. Ну, все. Так, настраивается. Удерживаем верхнюю левую кнопочку. Читаемость в часах прекрасная. Даже, я думаю, при ярком солнце все будет видно на дисплее. Так, выбираем часовой пояс для Украины. Это Афины. Переход на зимнее летнее время. Да. Формат отображения времени 2-4 часа. Корректируем время, если надо, это требуется. Удобно в Casio сделано нижней кнопочкой, мы вперед переставляем время, верхней назад. Так, дата 20 у нас сегодня. Звук кнопок вкл. Это длительность подсветки. Я сюда ставлю на троечку, потому что, чтобы хоть успеть время заметить. Так, это функция энергосбережения. Все, часы настроены. И готовы к работе. Так, размеры часов 43 где-то миллиметра от края до края по горизонтали. И где-то 4,5 сантиметра в высоту. Приятных покупок!